Добро пожаловать обратно. Обязательно подпишись на канал, поставь лайк. Это прохождение Car Mechanic Simulator 2021, 14 серия. В прошлой серии мы с вами выполнили одно задание сюжетное и съездили на разборку и скупили там абсолютно все. Машины и запчасти, которые мы могли бы отремонтировать. Вот, за кадром я все запчасти отремонтировал. Ну, конечно же, не обошлось и без потерь, но я их отремонтировал. Значит, все машины, которые мы сейчас получили, мы их все делаем, мы, точнее, 5 машин делаем просто внешне, и на что хватит там у нас сил. А вот последнюю машину, которая у нас стоит в парковке, вот эту вот, мы будем ее делать на 100%. Будем ставить на нее тюнингованные запчасти и все такое. Соответственно, весь профит, который мы получим, мы пустим на расширение нашего с вами гаража, нашей с вами мастерской. Вот. Так что, в принципе, погнали. Сейчас мы, значит, будем мыть их все. Давайте по очереди. Мы помоем, потом снимем все гнилье и поставим все сверху, все хорошее. Сверху только все хорошее. И уже потом, если останется что-то, останутся деньги на то, чтобы и что-то внутри сделать, тогда мы еще и внутри что-то сделаем. Так, на первый подъемник, да? И давайте, она у нас стояла где? У третьей. Давайте сейчас вот так сначала. А то он просто переместит на мойку. Так, сколько у нас машин? Не туда. Сколько у нас сейчас стоит эта машина? Как видим, купили мы ее не совсем удачно. Рыночная цена у нее 7700. Но ничего страшного, это не велика, так сказать, потеря. Так, ставим ее на первую. И демонтируем, значит, все вышедшие из строя за вот эти вот. И еще, я не помню, говорил я или нет, но тут вообще ничего нет, в принципе, от кузова. Вот сварка кузова, вообще, я считаю, должна быть доступна только после демонтажа вообще абсолютно всего, что установлен машин. То есть, как по сути дела, я могу делать сварку, да? Кузова, да, если у меня стоят колеса, у меня стоит мотор, всякая вот эта хрень пластиковая, да, стоит салон, как-никак. Вот, тоже мне интересно, как это так можно сделать сварку. Так, демонтируем. Так, где у нас сварочные? Перемещаем. За 900. По сути дела, можно ее уже продавать. Да, она уже 400. Но мы не будем, потому что, ну, как бы, не особо выгодно. То есть мы время особо не потратим на нее, но мы ее, блин, продадим. Зачем? Так, давайте сейчас мы делаем. Так, машинка у нас как называется? Ханита Мун. To the Moon. Так, где у нас Ханита Мун? Вот она, да? Больше у нас нету. У нас 6, но он почему-то не показывает. Ну ладно. Берем и покупаем вообще абсолютно все. Все. Так, ставим. Упс, не то. Потом еще покрасочную камеру сделаем и будем ее в краску вообще делать. Но я думаю, что в следующей серии, если в этой серии мы успеем сделать все, то в следующей серии, наверное, мы уже сделаем покрасочную камеру себе. Вот, но первой, конечно же, надо проходить саму игру. То есть надо проходить сюжетные задания. Как бы, по сути дела, это у нас прохождение Car Mechanic Simulator. А уж потом, когда мы пройдем его, мы уже будем заниматься вообще всем-всем-всем. Просто как бы сейчас разбавляем контентик, так скажем, потому что проходить только сюжетные задания все равно нам вряд ли получится, так как там у нас, ну, нам надо копить деньги. Вот, а если просто мы будем сюжетные задания выполнять, ну, просто мы не сможем купать все вот эти расширения в гаражей. Ну, если, может, просто если задание брать, то, возможно, да, мы сможем там всякие эти.
Так, все, да, здесь у нас готово. Теперь давайте монтаж салона. Так, сейчас, давайте. Блин. Ладно. Так, так и так. Выход. Сиденье заднее берем. Руль берем. И два вот таких сиденья классненьких берем. Так, устанавливаем. Друг, если ты еще не подписан на канал, подпишись обязательно и ставь лайк. Лайкосик прям прожимай 100%. Даже если не подписан, все равно лайк, 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 лайк. Лайк — это наше все. Так, все, внешку мы сделали. У нас еще целых 5000 кредитов, поэтому мы будем сейчас... Смотрите, мы уже 9000 заработали. То есть за 17 мы ее сейчас продадим. Как минимум. Но мы будем сейчас еще делать. Так, а давайте посмотрим... Так, а я там снял эти, да, но я их не могу ремонтировать. Да. Ладно. Так, можно, конечно, диски поменять. Ну, нафиг, не будем. Давай посмотрим, все ли здесь у нас стоит по ходовке. Я думаю, все, потому что она полностью на колесах. Возможно, конечно, чего-то и не хватает. Но мне кажется, ходовая здесь полностью собрана. Да, сайлентблоки здесь все на месте. Так, тут что у нас? Тут тоже сайлентблоки на месте. Все на месте. Ну да. Все абсолютно на месте. Бака нет. Покупаем. Так. Так, вот мне интересно, насос топливный у меня, по-моему, был. Нет. Ну ладно. Топливный насосик. Так, и фильтра давай сразу за 10 купим. 280 будет. Да пусть будут у нас, чтобы нам не покупать лишний раз эти фильтры. Так, это все фильтр. Так, там еще у нас здесь нету. А эти 3% не, давай покупать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не знаю, зачем я считаю, на самом деле. Так, топливный бак нужен, мастерный фильтр. Берем этих 4 штуки, берем и этих 3 штуки. Берем. Кстати, мы знаете, что не сделали? Мы не сделали диагностику. Ладно, сейчас сделаем, сейчас батончик соберем. Все равно у нас там ничего не продиагностировано, так что все там нормально продиагностируется. А масляный поддон я какой-то ремонтировал. 1%. Ну ладно. Может, он у меня сломался как раз таки. Ну, все так. Значит, ходовочка у нас собрана. Значит, делаем просто максимум вверх. Собираем, да и все. Так, тут какой-то коленвал у нас, возможно, есть. О, да, новый даже. Но вот этих штук, наверное, нету. Раз, два. Раз, два, три. 8 штук. Так, пускной коллектор нету. Дай-ка я. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это... Так, вот это у нас был. Нету, я же ремонтировал. Аккумулятора точно нет. Вакуумник. ЭБУ. Нету ЭБУ. Фильтр. Генератор. О, генератор есть. Новёхонький, отремонтированный. Так, так, так. И вот так. Ну давай. 8 штук. Есть. Выпускной коллектор. Есть. А так, был КБС. Аккумулятор, вакуумный усилитель. Есть. БУО не сюда. Корпус воздушного фильтра есть. Это есть. Это есть. Есть. Так, ладно, это мы там... А, так, давайте вот эту вот всю шнягу электрическую еще купим. Так.
Электрический блок АБС. Есть. Аккумулятор. Есть. И ЭБУ. ЭБУ. Так, аккум ставим. Эту херню ставим. Вот это у нас, мне кажется, отремонтирован было, да? Будем знать теперь на разборке, если будем там что-нибудь с этого видеть. Надо это все брать. Так. Да, нудно, конечно, все закручивать. Крышечка нету. Так, еще фильтр. Крышка, воздушный фильтр. Куда побежал? Куда ты побежал? Ну куда? Не надо туда бежать. Так, фильтр ставим. Так, вот эти штуки я, по-моему, покупал. Блин, нету ни одной. Я же покупал сколько, по-моему. Пиц, вообще ни одной нету. Дроссель нету. Стартер есть. Стартер нету. Это есть. Это и нету. Так, это. Вот это, кстати, не надо было. Ну ладно. Дроссель. Шкив. Роле. Стартер берем. Реле. Да пусть будет 3. Реле А. Средний предохранитель 2. Реле Б. Пусть будет, почему бы и нет, как говорится. Так. 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 Стартер точно купил. Так, ну-ка, заново. Это покупаем, и это. Так. Крышка блока предохранителя. Это в электричестве. Так, крышка блока предохранителей. Ну, отлично, на гайка. А вот почему, скобы надо покупать, а почему болты вот не надо покупать? Вот мне интересно, они так реализовали. Болты тут надо покупать, а скобы точнее надо покупать, а болты покупать не надо. Как так? Интересно. Какой там надо? Вентилятор. Вентилятор, радиатор, вот такой нужен. Так, я цепь не покупал. Нет, вот эти топливная рампа еще нужна. Раз, два, три, четыре. Ну все, все, все деньги, короче, у нас улетели. Пофиг. Крышка есть? Крышки нет. Вот по-хорошему, да, у нас мотор-то, в принципе, если может заводиться. По идее, может заводиться без крышки. Ну, там будет типа масло, короче, разбрызгивать. Но это же фигня. Так. Да пофигу, давай, все ставим. Ролик. Давайте посмотрим. Хватает, четенько у нас прям хватает. Так, ну, в принципе, все. Давайте сделаем вот так. Заберем свой опыт. Немалый, а он не лишний.
А, кстати, интеркулер нам надо еще поставить. Мы же интеркулер не поставили. Вообще, я знаю, зачем нужен второй подъемник. Просто когда ты много тачек покупаешь, ты просто туда ставишь ее и все. Так, есть, есть, есть. Это есть. Это все есть. Давай зайдем. Прокрутить навряд ли, наверное, не получится сейчас мотор. Но мы попробуем. Почему вот на разборке нельзя ходить с мультиметром, там вот тоже, да, вот это проверять все. С мультиметром, с ОБДшной, да, вот это все. Но ОБД, ладно, типа аккумулятора нет. И хотя по-хорошему, если да, аккумулятор нет, ты и мультиметром там что-то не проверишь. Но, в принципе, некоторые вещи можно проверить мультиметром. Католический нейтрализатор 5%. А это где вообще есть-то? Католический нейтрализатор. Его ж тут нет. Подожди. А, вот он. 5%. Тут еще, блин, свечи надо. Давай. Да пофиг. Какие есть, засунем, они нафиг не нужны. Только если на синенькие вот эти обменивать. А эти есть? Ой, это есть. Одной не хватает. Ладно, не будем мучить. А, интеркулер. Интеркулер. Иди сюда. Так, во, 20 тысяч заработали. Но за 27 продаем. За 7 купили, за 27 продаем. Ну, ты еще не забываешь, что мы туда запчасти покупали, так что. Тут написано, что стоимость деталей 15 тысяч, но мы на 15 тысяч деталей не покупали. Все, продаем за 27. Не сожалею вообще ни капли. А теперь вот к этой машинке давайте перейдем. Так, на моечку ее. Сначала моем. Да, помыть. Давай. Салончик. Колесики, кстати, мы можем собрать, у нас тут три, но дисков у нас там просто гора. Нет, в ноль мы будем делать только одну машину. В ноль мы будем делать только одну машину. Так, давайте сразу. Два, три, четыре. Пока у нас там все стоит. Так, сюда. Заднее сиденье барон, руль, сиденье 2, угу. Плюс вот и все. Можно даже сюда тюнячие запчасти поставить, ну типа там от них бонус, я так понимаю, какой-то идет. Но если взять вот магазин, кузова тюнинг, вот эту мы тачку, да, я так понимаю, сейчас делаем. Ну да, вот можно тут. Только дырка там зачем, я не знаю. Оп-оп-оп, подожди, я что, не купил фары? А что я там покупал-то? Бампер точно не покупал. Капот покупал. В смысле, я ж капот. А я не для этой машины, что ли, купил? Подожди, что за машина? Люксор Барон. А, это я на болт купил. А где Люксор Барон? Что за... Почему его тут нет? А, на него нету... Ясно, у него нету тюнинга. А купили мы, значит, какую машину? Какую-то машину купили, не помню. На эту нету, короче. Покупаем, значит. Ничего себе она, блин. Дорогущая у нее. Вот и все. Так, поставили. А теперь наша любимая диагностика.
Так, что, 13 тысяч нам не хватит, скорее всего, ее поставить. Ее на ход поставить. Я вижу, там по ходовке не хватает у нее. Ну, там, в принципе, ходовки не такие дорогие запчасти. Вот, поэтому, ну, в принципе, если машина заведется, я думаю, это будет плюс. Хороший, причем плюс. Ну, сайлентблок. Подрамник можно попробовать снять, отремонтировать. Но я не хочу тратить время просто на то, чтобы тут что-то снимать. Тут вот много чего можно снять. Тут и кардан можно отремонтировать. И все. Ну, много чего некоторых. Половина деталей тут вообще желтая. Кстати, даже не посмотрел, сколько она нам обошлась. Ну, мы ее плюс купили или в минус. В принципе, если тачка изначально очень дешевая, значит, она в плюс у тебя купится. Так, ну что, давай. Так, что мы тут можем померить? Колесо одно. Ну, хотя бы одно. Все, ну, хреновое. Мы это поняли. Так, мультиметр. Давай мультиметр. Что у нас осталось? Проверим. Предохранитель. Все, ничего нету больше. Пол машины разорвать. Что тут еще? ОБД нету здесь. Так, ну ладно. Давайте сначала ходовую. Смотреть. Что тут надо ставить? Так, сайлентблоки. Это мы поставим. Ну куда ты полетел? Я же тебе не хотел. Сюда, ты сюда полетел, чувак. Братан, ну подальше можно? Что-то не хочет. Вроде приближаешь, отдаляешь. Так. Там сайлентблок есть? Так, вот эти штуки у нас. Так, вот удаляем. Добавляем. Я добавил? Нет. Так, да пофиг, ставим, зачем, не обязательно новый. Так, вот это у нас точно нет. Кстати, возможно, у нас все вот это есть. Но это не точно. Нет, нет, не это было у нас. Не было у нас. Забираем. Так, все отсюда. А, вот тут еще раз. Колпак. Так, все, мы можем уже сюда колесо воткнуть, но у нас нет. Так, фильтр. Можем. 4%. Ну, это, конечно, уже слишком. 4% фильтр туда ставить. Какая разница, работает он или нет? И работает. Так, тут спереди все. Колесо там осталось. Так, давай сзади. Этого у нас нету. Почему утопленный насос тут находится? Он, мне кажется, должен быть в электрике. Чё? Я ж купил топливный насос. Топливный насос. Какая-то чертовщина. Так, нам надо три колеса собрать. Да пофиг, что они будут разные. Вообще пофигу. Забортировать. Угу. У нас резина какая вообще есть? Резины у нас никакой. Так. Во, давай, короче, смотри. 25-ки. Так, что у нас тут есть? Две девятнадцатых. Во, 17-е колесо. 17-е, значит, сейчас поставим. Резину 17-ю. Что самое дешевое у нас тут? Стандартная шина, да? А какие я говорю тут? Пипец. 17-й, да? А, я не ту делал. Так, сейчас 17.
15. Ясно. Ну ладно. Я просто думал, со звездочками там у меня были. Но их у меня нет. Профессионал вулканизер. Профессиональ вулканизаторщики. Работник с резиной, так сказать. Все так ставим. Да пофиг, какие. Главное, поставили резину. Как говорится, дареному коню зубы не смотрят. Так. Что есть, то и ставим. Не, ну там, когда мы, типа, сможем... как она называется? Восстанавливать диски на следом 6 уровне. То это уже совсем другая история, как говорится. Так, все, да, я там вроде все собрал. Вроде бы ничего такого нету. Все. Ну, должны быть. Ну, блин. Должны быть такие диски, ну ничего. Я бы сказал, что так круче смотрится. Просто диски маленькие. Так лоурайдер. А так какая-то это, карета, блин. Карета, ёпта. Так, этого нет. Карбюраторов у меня нет. Вакуумника у меня точно нет. Берем, берем, берем. Берем, 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 берем. Насос нету. Берем, берем. Берем. Свечи берем. Сколько там надо. Так, коромысло еще берем. Это берем. Это берем, это берем, это берем. Не знаю, вроде ничего не забыл. Так. Это. И это там берем. Ух, там я набрал. Так, вакуумный усилитель. Берем. Карбюратор. Два штука, правильно? А, нет, они разные. Карбюратор. Раз. Карбюратор 2. Выпускной 1. Выпускной 2. Коромысло 4. Водяной насос 1. Шкив 1. Насос 1. Чуть 2 не купил. Кронштейн 1. Так, сейчас зажигание. Радиатор. Один. А радиатор, кстати, может, он у меня был? Бачок. Бачок. Потик. Реле. И тут. Реле, реле, реле. Средний. 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 Все. Этого электрику. Аккумулятор. Свеча. 6 штук. Возьмем. Не знаю, сколько надо. Реле 4. Так, этих реле 2. Это одно. Предохранители 3. Этот 1. И этот 1. Свечи. Глядишь, заведем. Ха, будет прикольно. Если она еще и поедет. О, нет, с такими свечами она точно не поедет. Свечи-то давай нормально поставим. Что-то 1% это вообще позорище. Свеча, давай. 10. 20. Ну, ничего страшного, 20. Чё, всего 100 кредитов. Стартера нет. Так, все, удаляем. Стартер, крышка. Это херня, это херня. Так, трамблер вот этот. Генератор. Вот эта штука. И раз, два. Коромысло, штанга, корпус, стартер. Стартер. Ген такой, прям это старый. Почему нельзя сюда вот новый поставить? Они же ничем не отличаются. Ну, по сути дела, от них тут крепление-то одинаковое. Вроде как с первого взгляда они одинаковые. Так, крышечка.
Фильтрок, если есть, то он 21, да. Не, хотя... Нет. Так, вот это крышка. Крышка. Да. О, нет, не она так. Хрен с ней. И я угадал. Так, что тут еще у нас осталось? Так, вот эта крышечка. Там, наверное, по-любому еще снизу нифига нету. Так, все тут. Два же надо. Так и провода вот эти еще. Провода. Берем и скобы. Скобы не тут. Можно было бы и тут их продавать. Какая разница? Вообще можно было бы все везде продавать. Время уже почти час прошло, а мы собрали только одну машину. Вторую, точнее, только почти собрали. Ну, либо это будет длинная серия, а возможно мы эту машину будем восстанавливать к следующей серии. Потому что очень долго. Я и так стараюсь на максимальной скорости. Прям как Соник, прям фау-фау-фау-фау. Так. Так, 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 так. Тут все, там крышка еще вот эта вот осталась, которой тоже нет. Почему тебя нет, крышка? Все, сверху мы поставили абсолютно все. Еще у нас даже 7000 осталось. Офигеть, просто так. Ну, давай, давайте зальем жидкость тогда. Зальем все жидкости. Масло мы только, наверное, не зальем, потому что он поддон. Давайте попробуем. Да, нет масляного поддона. Ну, значит, там много еще чего нет. Здесь поршень-то на месте, хоть я не посмотрел. То он не поставит, конечно же. Ничего не поставят сверху, если у тебя типа там поршни не воткнуты. А так бы было прикольно, если бы ты такой поставил поршни. Так. Странно. У нас нет поддона, но мы... А, ну хотя, в принципе, поддон не влияет. Было прикольно, если ты такой не посмотрел, что у тебя поршни не стоят. Ты закрыл сверху, ну, мотор, короче, весь прошелся. А потом раз, такой поднимаешь, а у тебя поддона нету, и поршни там не стоят. А тебе опять бошки снимать, потому что голову... поршни только через голову засунешь. Через блок сверху. Угу, так, ну я так и думал. Этих штук всех не хватает. Раз, два, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, 11. Так, это не в электрике. Так, 3, 8. Так, этого поддончика у нас случайно нет? Нету. Ну какой-то, по-моему, мы восстановим. Давайте сейчас посмотрим. Ради интереса. Так, все. Ну это мы купили. По-моему, какой-то поддон. Вот, да, я же говорю, какие-то поддоны были у нас. Так что я не зря путаю.
то, что у нас реально были. Так, что тут еще? А, стартер. Вочканем. Так, что еще? Все, по-моему. Вроде вообще больше ничего. Можно залить масло. Побольше и маслица, а то там это. Так, давай диагностировать. О, все, у нас машина даже заводится. Ну, не заводится, как минимум крутится. Все в идеале. Так, мы проверяли компрессор. О, там все плохо, я уверен. Все очень плохо. 7, коронослов 7, коронослов 7. Поршень 9, 1, какой-то 7. 9. 3 поршня. Поршень еще один. 4 коромысла. Ну такой, конечно, такой. Суть налил. Водичку. Все. Можем ее продать. Ну чё? За сколько? О, за 26. 32 тысячи. Плюсик. Да, продаем, конечно. Так, следующая машина. Мы две только продали. Так, мы будем восстанавливать какую? Какую мы будем восстанавливать? Вот эту? Нет, не эту. Или эту? Я хотел. Или у нас в гараже осталось? Нету. Парковка. А, вот. Вот эту мы будем. Все, а вот эти мы, значит, все фигарим. Ну-ка. Ну вот, в минусе. Так, давайте мыть. Может быть, сейчас помоем, уже будет норм. Ну? Ну, уже 133 мы заработали. Так что все хорошо. Так, демонтировать. А, вот на нее мы, по-моему, покупали, нет? Сейчас мы узнаем. Вот это, кстати, тачка. Типа полицейская. Я бы ее, конечно, это в идеал бы, конечно, восстановил. Но это потом, когда-нибудь, не сейчас. Так, демонтировать. Это и это. Теперь монтировать. Это и это. А, это же не тут. Это вот тут. Так, руль. Два таких вот сиденья. И заднее сиденье. Так, так. Ой, не то. Назад. Вот это установка. Так. Так. Так, мне интересно, то я покупал. А, сейчас, подожди, нет. Капот я там какой-то покупал. Нет, не на нее, значит, все-таки. Да. Ладно. Сварим за косарь. Что у нас? Уже за 11 тысяч можем продать. Вообще можно не париться, просто 11 тысяч забрать. Ну там, конечно, не 11 тысяч получается. Мы же все-таки с нее забирали. Точнее, на нее покупали. Так, ну тут, смотрите, поршня надо покупать. Да не, давайте новую. А от поршня, кстати, не ремонтирую. Не ремонтопригодная, я так понимаю.
Ну все, о чем у нас тут больше ничего нету, что мы можем поставить. Все добавляем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Все. Все, что сюда я могу поставить. Так, давай. Сейчас. Выпускной коллектор. Один. Распредвал. Один. Вакуумный усилитель. Один. Был не тут. Насосный усилитель. Один. Масляный фильтр. Один. Водяной насос. Один. Генератор. Так, это вообще отсюда? Передний гидравлический блок АБС, аккумулятор, бачок гидроусилителя, бачок ПАТИК, корпус тоже ПАТИК, корпус этого тоже ПАТИК, поршень, 4 поршня, поршня и 4 кольчики. Так. Можно мне какого-нибудь раба, который будет крутить эти гайки? Поршнят, кстати, неплохие вот эти вот. А, это новые, неплохие, говорю. А те-то убитые. Чернющие, с нагаром, походу, там. Вековым. Так, этого поддона нет? Этого нет. Берем. Так, ну все, да, мы типа все собрали. Ну, типа больше тут нечего делать. Так, ну вот это мы сейчас поставим. О, кстати, он у нас есть. Нам 10%. Ну да, пофиг. Будет 10%. Раз, два. Это есть? Раз. И два. Хлоп. И хлоп. Ну все. Ну да. Все, автомобиль собран. Давайте сделаем диагностику и отпустим его.
Алло. Алло, не надо такси, начал поеду. А до дома-то сколько будет? До дома дорого, что-то там 460 рублей, что ты показывал. Ничего себе! Представляешь? И через сколько ты будешь там? Где, на Щелковской? Да. Ну, через 15, думаю. Может, 10. Нет, я думал, вот туда приду. Ну, нет, наверное, я не знаю, потом пересяду на автобус. Ну, давай скажешь, на какой сядешь автобус, я тебя встречу с автобуса. Ага. Ну ладно, давай. Давай напишешь, что давай. WhatsApp или Telegram. А, так, рекламная пауза. Так, что мы тут хотели? Мы хотели сделать вот так. Так, 15. Всего лишь несколько этих. Ну правильно, потому что все там было уже. Половина мотора собрана просто заново. Так. Крохи, соберем крохи. Если вы знаете более лучший способ фарма опыта в этой игре, напишите в комменты, я обязательно попробую. Кроме всяких, конечно, там читов, фигов, это понятное дело. Так неинтересно, так нет контента. Это так я могу сейчас себе сделать, максимальный уровень, там, максимальное количество денег, ну, будет неинтересно. А так мы с вами сюжетку проходим, покупаем какие-то машинки, делаем что-то с ними. Так. А вон там мы, кстати, банку не поставили. Вот он, там должна быть банка. А ее там нету. Сейчас мы поставим. А, тут еще и топливный бак. Ладно, поднимай. Она, типа, хоть и развалюха. Тачка, да, получается, она хоть типа и развалюха, но по сути дела она собранная и может ехать. Вот все вообще просто полностью все. Машина 100% полностью собрана. У нас еще даже остались деньги. Все, можем компрессию проверить. Вот смотри, как я могу проверить компрессию, если я масло не заливал в мотор? Вот компрессию я могу проверить, но зато если у меня там крышка, головки блока цилиндров не надеты или фильтр там какой-то не надет, все, нет, крутить не можешь. А то, что масла в моторе нет, да нет, это все фигня. Машинки ж походят вообще нормально. Так, с этим мы не проверяли, по-моему, не проще. Посмотри, если будут эти опыты, значит, не проверяли. А, ну это новое. Просто все новое. Походу, да. Да, ничего там нету старого. Компрессию точно, за компрессию точно дадут, потому что мы ее не проверяли. Во. Да. Уж. Не, она заведется, я уверен. Такой, конечно, результат. Так, ОБД тут нет. А, ОБД есть в этой тачке? А, там же блок этот стоит. Немного было. Всего два опыта. Ну, блин, ладно. Так, давайте сюда. А, двигатель не то масло. Так, масло куда тебе? Тормозуху. Не можем завести двигатель. Зато как проверить компрессию, так мы можем крутить двигатель без масла. Да. Это мы можем.
Все, тачка готова к эксплуатации. Не хватает жидкости для усилителя. Что-то я за... А, точно, забыл про жидкость по гидроусилителю, забыл. Да ладно, без гидроусилителя поехали бы, ничего страшного. Поехали на тестовый трек. А за тестовый трек, кстати, я не знаю, нам дают? Что-то, потому что, в принципе, их ходовую там особо не проверяли. Ох, как ее идет. О! Жесть. Боком. Yes. Пипец ее заносит, конечно, вообще жопа. А что там, сход развал? Нет, если бы сход развал нам был, наверное, бы она не заносила. Так, я не знаю, опыт мы получили, не получили. Надо было посмотреть хоть это. Так, ну все, продаем. Машинку мы поставили на ход абсолютно. И заработали 32 тысячи сверху. Все отлично. Смотрите, у нас еще... У нас еще 3 машины, а мы уже окупили вообще полностью. То есть у нас 3 машины, нам еще вот эти 2 восстанавливать. И у нас еще одна. Одна стоит на парковке. Вот это. И мы ее можем переместить в гараж. Где она? Вот. Мы будем вот эту своим восстанавливать. Сколько? Вот она минус 1300, да? Дорого купили. Вот это дороже стоит, чем мы покупали. И это меньше, да. То есть вот эти машинки мы с вами, опять же, также просто поставим на ход и продадим. Не это, не фанате. Вот эту машинку мы с вами, ну, прям зафигарим. Может быть, даже себе оставим. Посмотрим. Не знаю. Ну, просто сделаем ее. В ноль, как говорится. И все. Так что, всем спасибо за просмотр. Ролик очень затянулся. Аж целых 1.5 часа. Я там практически ничего вырезать не буду. Записываю все одним дублем. Иначе это, ну, очень все долго будет. Ну, плюс еще там надо редактировать. Поэтому минимум вырезок, минимум редактирование видео, поэтому, друг, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, если ты досмотрел до конца, и даже если ты не досмотрел до конца, все равно подпишись и поставь лайк. Все, спасибо за просмотр, всем пока-пока!